17 июня в 12:00 в актовом зале Духовно-просветительского центра Ижевской епархии состоится День открытых дверей Православной певческой академии имени протоиерея Стефана Зорина. В рамках мероприятия состоится концерт хора и солистов академии. Будет представлена фотовыставка «Академия в лицах». Состоится экскурсия по духовно-просветительскому центру Ижевской епархии и храму святой мученицы Татьяны. Завершится встреча приятным чаепитием. Приглашаются все желающие посвятить себя клиросному служению, служению Господу. Адрес: Ижевск, Свердлова, 9.